Здорово, ребята. Как вы все знаете, кто уже давно следит за моим каналом, меня забанили. Я нашел единственный способ, как зайти в игру. Это с помощью программы, и то только через гостевой аккаунт не российского сервера, а с Европы. И из-за этого здесь очень много иностранцев, там англичан и всякое такое прочее. Да, привет. Так, отряд. Разок сыграем так, и, возможно, сыграю с подписчиками. Ну, если нас там наберется 3 человека. Да. Рейтинг мне еще не открылся. Рейтинг будет доступен с 10 уровня. Сейчас почему-то у меня здесь справа клавиши, и они мне будут мешать прыгать. Все. А, Дамир, здорово, здорово. Все, не узнал сразу. Блин, немножко не успел. А, вот у меня, кстати, уже скоро будут готово видео по результатам розыгрыша. Ну и, короче, свой ник этот. Мы, дело в том, что с тобой навряд ли сможем поиграть, потому что я же объяснял, я не на российском сервере, я на европейском. И из-за этого нас будет, ну, мы не сможем видеть друг друга. Мне будет показываться, что ты все время будет много людей. Сейчас в основном все будут прыгать в дырявый дом, и вот в этот. Так, я уже над собой вижу человека. На балкон я не залечу, да? Да, немножко не попал на балкончик. Шлем третьего, но мне надо какое-то оружие. Очень надо какое-то. Ага, и человека я и увидел. Все, ребят, я приехал, скорее всего. Потому что у него М60 в руках, я видел. А у меня только пистолет. Ну такое, идти с ним в бой. Ой-ой-ой. Ну, блин, это было очевидно. Не повезло изначально с оружием. Сейчас вторую попытку загоним. Ну, какой баг, давай. Я обязательно тебя выслушаю. А ты можешь мне написать в ВК. Там я всех принимаю. Да, хорошо, сейчас игру закончу и скину тебе. Ой, ну пожалуйста, только пинга мне под 1000 не хватало. Я еще на мобильном сижу. Он хоть и 4G, но все равно видно лаги.
Надеюсь, на качество видео это не сильно влияет. Снова прыгаем в пик. Надеюсь, с оружием повезет мне больше. Потому что снова с пистолетом я не особо хочу драться. Пинг под 200. 300, 500, 600, 800. Ну, понятненько. Надеюсь, он сейчас спадет. Так, подо мной людишки. Блин, ну это не дело. Такого... Что происходит с моим телефоном? Все нормально. Вроде разлагало. Я не успел. Мой второй этаж занял какой-то челюб. Сейчас побежим в курятник. Блин. И здесь кто-то. Да не, братишка, отпетляй отсюда. Так, мне надо аптечка. Ой-ой-ой. Мне теперь определенно нужна аптечка. И я хотел заминировать выход. Блин, 22 хп, и надо добежать до аптечки. Еще и здесь стреляется. Так, если я спрыгну, оно, по-моему, 5 хп сносит. Вроде бы. 3 хп. Бежим, бежим, бежим. Хорош. Ясненько. Тут люди. Мне надо ихние аптечки. Так, я сейчас, возможно, не буду читать то, что вы пишете. Оба, кто-то на мини подорвался. Аптечки, 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 аптечка, да. Отлично, живем. На ПП патроны надо, очень, очень надо. Надеюсь, здесь никого нет. Блин. Сидел, главное, ждал там пас. Сколько нас? Кто-то есть на европейском сервере? Кто на европейском сервере есть, если кто-то зареганный, можно сыграть. И рейтинг открывается с 10-го. Прокачаемся, потом на рейтинг будем играть. А я думаю, итоги будут во вторник, либо в понедельник. Итоги розыгрыша.
Ну, как здесь все так хорошо одеты. Дракончики, динозаврики бегают. Блин, из-за этого лага я так хотел вот эту девушку из ада. Но, короче, не успел. И пропуск там у меня элитный висит на том аккаунте. Блин, что в пик мне уже не хочется прыгать, потому что... Ну, если... Сейчас, секунду, я подумаю над твоим вопросом. Европейский аккаунт. Это ты должен завести новый. Ну, то есть либо через ВК, либо через гостевой зайти. И когда ты будешь создавать, указать не российский аккаунт, а европейский. Просто когда ты с нуля начнешь создавать аккаунт, там к чему у тебя привязано. Если у тебя к ВК привязаны, привяжи к Фейсбуку. Но после того, как ты привяжешь его, ты его уже менять не сможешь. Так, ну вот это другое дело. Здесь хоть полутаться можно. Сейчас еще первый этаж лутанем и побежим туда, в гущу событий, так сказать. Что подождать? Ты реагируешь? Не знаю, ну мне как-то МП40 нравится больше, чем петушок. Хотя тот тоже довольно скорострельный и у него пуль много. Но мне МП40 нравится больше. Оба. И вот пинг, когда поднимается, вообще невозможно играть. Эх. Да, думаю, надо будет на Wi-Fi где-то посидеть. Потому что у меня сейчас сломался роутер. И только че... Блин, братишка, я не знаю. Ты там как-то сам разберись, потому что я там тонкости. По-моему... Кстати, в этом сервере тут все намного дороже. Лутбоксы по 90, алмазный джекпот 80 стоит. Блин, у меня на том аккаунте, на своем основном, котик выпал с 300 какой-то попытки. Будет прикольно, если сейчас он не выпадет там с 50-й.
Ну, а скин на оружие это тоже довольно неплохо. Ладно, думаю, сейчас еще пару раз сыграю, и тогда это как бы пробный больше стрим был. Посмотреть, как себя будет вести интернет, сам телефон во время стрима. Я потом еще зайду, гляну качество видео. Надеюсь, там нормально все. Прикольно. Да, прикольно. Вот, наверное, из-за этого высокого качества, то, что оно автоматически выставилось, у меня так лагает. Ну, качество на стриме хорошее, это главное. Мне кажется, если на Wi-Fi я буду сидеть, лагать вообще не должно. И пинг у меня вот стабильно под 200-300. Сейчас до сотки упал. Так, надеюсь, сейчас с оружием мне подфартит. Что-то прям годное схвачу. Ну, в ближнем бою я уже не пропаду. Мне надо теперь что-то для дальнего. Большой пинг это всегда очень плохо. И практически всегда большой пинг приводит. Ну, типа, я не могу взять тот же самый, допустим, топ-10. Просто не могу войти. Потому что единственная перестрелка, и я уже сливаюсь. Тем более, когда много выстрелов, пуль я еще. Вот. Я просто не могу навестись ему на голову. Да ну давай, петляй отсюда. Капец. Надеюсь, они мне хоть аптечки дали. Ой-ой-ой, все, пинг 999+, приехали. Называется. Так, у этого не было аптечек, у этого. Да, у этого была аптечка. Сейчас почистимся. Сейчас заныкаюсь, почитаю, что вы там мне написали, потому что когда я стреляюсь, я не читаю то, что вы мне пишете. Тапы на экране это жестко, я не знаю, как это исправить. Я просто, когда жесткий, там, не знаю, бой, когда, ну, короче, всякое такое, у меня оно как-то автоматически, я сильно бью по экрану. Сейчас пинг наладится и пойдем в бой. Окей. Вот, все, вроде с пингом все хорошо. Идемте в бой. Так, вот, тут люди стреляют.
на 15 в сарае, что ли? Блин, я со спаса очень как-то криво стреляю. Мне больше МП-40 нравится. Ну да. Блин, 10 хп оставил. Ну вот, действительно обидно. Сейчас я гляну запрос. Приму. Сыграем вдвоем. Ну да, то на графику низкую можно поставить, но дело в том, что не знаю, мне почему-то не нравится на низких играть, оно неприятно. Ну, можно попробовать сейчас на низкие кинуть. Настройки. Низкие. Ну, заявок у меня нет. Ну, друзья, что делать? И что не видно таблицу лидеров. Прикольно. Так, надо успеть за подарочком. Ой, сколько здесь прям благодетелей. Ну, один алмазик. Нормально. Вот я впервые вижу такое большое количество подарочков. Ну, вроде на низких настройках оно лагать не должно. Сейчас проверим. Ну, кто зарегистрирован на европейском сервере, давайте сыграем. И вообще я планирую играть с подписчиками почаще. Ну, это скорее всего будет происходить только по понедельникам и где-то с 8 до 11. Так, ну я в соседнем доме не вижу. Не слышу, чтоб в мой дом кто-то упал. Ой, рукоядочка третьего сходу. Блин, когда ты на низкие настройки ставишь, сразу все так непривычно. Братан, давай вместе играть. Ой-ой-ой, почти-почти. Опасно, опасно. У меня две аптечки, патрону мало. Не дай бог, сейчас что-то сзади оббежит меня. Хорошему это не приведет.
А у тебя на что зарегистрирован аккаунт твой? К чему привязан? На каком сервере? Россия или Европа? Потому что если у тебя российский сервак, то мы с тобой не сможем играть. Вот, ну понизил я пинг, и 900 все равно у меня вылазит периодически. Справа ребята там такие опасные, опасные. Сверху, сверху у нас. Ну вот я уже вижу выстрелы. Сейчас мы залутаемся и побежим туда. Нет, ну блин, ну что за фигня? Надо их добить. Мы они еще так встали поднимать друг друга на открытой местности, это вообще такое себе. Я сейчас вообще не удивлюсь ни капельки, если мне сейчас что-то в голову прилетит. Не знаю, ФАМАС, конечно, хорошее оружие, но без прицела он такой себе. Лучше возьму М-ку. Надеюсь, это все. Здесь больше никого нет, потому что у меня сейчас пинг до 800 поднялся. До 900. И еще одну перестрелку я не переживу с таким пингом. Погнали в дрон. Да, братишка, меня забанили. Причем я не знаю за что, мне я писал в Гарену, но мне никто не ответил. Ну как бы там что вообще несуразное написали мне, и я понял, что это бесполезно. Я на Ютубе тоже много видео смотрел, как разбаниться, и ничего там, типа, не нашел. Надо найти людей, потому что вот это бегать, лутаться, это так скучно. Никогда не понимал таких людей, когда ты прыгаешь куда-то вообще в самый даль. Ну да, ты залутаешься, но может на начальных уровнях это и рабочая стратегия поднимать там рейтинг себе. Но я особо не пользуюсь таким методом. Упасть подальше, не попадаться никому на глаза. Вот, это первые наши пациенты. Оно из дома стреляет. Или что? Ну и здесь два определенно.
Снова же пинг. Не, ребят, это надо будет играть, когда мне починят Wi-Fi. Да, сейчас отправлю. Сейчас только снова надо твой ник. Так, Дамир. Нижнее подчеркивание 12Z. 12Z. В смысле? Не туда написал. Ладно. Дамир. Нижнее подчеркивание 12Z. Маленькая там вроде была. Да, вот я тебя нашел. Я тебе запрос кинул. Ну, ты примешь, поиграем с тобой. Я думаю, игры 2-3 успею и побегу по делам. Ой, блин, это что, обучение? Снова пинг поднимается. Не, ну вообще как-то мне не нравится такое. Думаю. Да, я успел 10 золота. Прикольно. Что-то так много подарочков начали дарить. Впервые вижу, что вот за один лобби там по 3, по 4 подарка выкидывали. Что ты принял заявку, Дамир? Так, ну вот один челик со мной прыгает в треугольник. Он, надеюсь, один. Шлем третьего. Ну, на броню мне уже, можно так сказать, повезло. Ой, и в ближнем бою вообще замечательно. Да ну что ж ты делаешь? Ну давай. Я видел, что здесь упал челюк. Мне, так сказать, это не очень нравится. Да, вот он стреляет с крыши. Так, у него арбалет был, и что-то у него еще было. Только арбалет. Ну и ладно.
Мне сейчас броню надо где-то раздобыть и улучшить ее вот здесь слева, пока есть возможность. Так, ФАМАС очень патрон много тратит, а у меня нет такой возможности. Так, сейчас, если кого-то убьем, у меня аптечек нету, правда. И не знаю, может рискнуть пойти в ближний бой с ним. Он, я вижу, на первом этаже бегает. Приехали. Да. 30 хп оставил. Отправил заявочку. Ты принял? Ну, я тебе заявку кинул, но у меня тебя в друзьях нет. Ну ладно, думаю, это пока все, потому что с таким интернетом я, ну, как бы не очень будет играть. И мне неудобно, и вам будет неприятно смотреть на такой стрим. Ладно, ребят, так что, думаю, до следующего видео. Стримы я постараюсь выпускать чаще, как только, естественно, наладится интернет.